Всем привет! На канале новый влог. Новый год уже у нас, 2 января. И у нас вчера выпал снег. И вот Федор Сергеевич, видите, он так тихенько вышел на улицу, на задний двор, пока начинает лепить снег с забора. Холодно? Ну, смотри, как классно лепится, да? Вообще... Мелок, да. Так, подними его и положи на эту. Положи туда. Ну, ладно, пускай лежит. Можно поваляться? Поваляться? Не нужно. Нет, ты будешь весь мокрый сразу и пойдешь домой. Просто ходи лепи. Федор Сергеевич попросил, чтобы я его сняла на влог. У него это бег с мячиком между ног. Не дает нам покоя. Добрый день, новый день. У нас вот сколько снега навалило. Сегодня целый день идет, а у нас тренировка, оказывается. Сейчас папа повезет пацанов на треню. Сгонять новогоднее оливье. Да, папа? Ага. Папа вон лопатой сгоняет новогоднее оливье. Федор не ел оливье. Да, надо одеть снуд все-таки, Федор. Крутись как хочешь, иди за снудом. Что, штаны сваливаются? Да? Сваливаются штаны? Сейчас заправлю. А вот и мальчики. Что-то мы взвесились вчера, да, Ярик 42 килограмма весит, наел конфетами. Что, какая разница? Гоша поменьше чуть-чуть. Короче, сейчас пойдем. Конфет надо прекращать есть. При чем тут конфеты? При чем тут конфеты? Строители строят дом в такую погоду, конечно. Ах, штанга. Наверное, я сглазил. Решил снять. Ну, сейчас посмотрим, что Ярик забьет, не забьет. Ага, еще один мимо. Косые, короче. Ну и мы с Федей, да, Сетька? А Федя отбил. Мы с Федей немножко тоже побегали, да? Федя аж пить захотел. Ничего, терпи, дома попьешь. Выйдем на улицу, снега пожуем. Так что, а сейчас мы смотрим, вон как мальчишки бегают. Да, потренировались, а теперь немножко побалдеть, расслабиться, побегать, поиграть. Их, вратарь, хорош, умница. Так что, хватит валяться на диване на каникулах, надо немножко и шевелиться. Ну вот у нас что, ребята, творится. Вот столько вот снега. Чуть сметенного немножко вон погрябали, его убрали. Но плюсовая. Становишься вон под низом вода. Но снег валит и валит. Тяжелый. Но Федор что-то там накатал себе, носит, да. И там мы уже после тренировки вышли на улицу. Вот там ты точно сейчас сапоги наберешь себе снега на этой куче. Идет в меня кинуть. 100%. Он же тяжелый, ну. Здесь убирают, Федор, а ты намусорил сюда, ну. Давай, футболь его туда, вон, в сторону. В своих непромокаемых перчатках, но... Видел? Видел. Идем, мальчишек, сейчас мама заедет и поедем домой обедать. А у мамы есть еще? Не знаю. А, ты мне в это, в кроссовке понасыпал снега, короче. Да, нога уже мокрая. Детям балдежно, снег. У тебя штаны не те, намокнут быстро. Так что давай. Вставай, не валяйся на снегу, он холодный, Федь. Ты что? На куртке он уже на попу прилипло там. Всем доброе утро. У нас новый день и такая вот погода. Смотрите, какая у нас автомобиль. Ой, смотри, она такая целиком ходит. Да, сильно шкрябать не будем, поэтому там она тепло в салоне. Просто вот чуть-чуть. Наверное, если взять, открыть окно, оно останется стоять. Сейчас я
прикольно. Ай! А здесь такая ледышка на... Ага, и смотрите, сейчас будет чудо. Это ж прикольно. Ну, уже... Это капец, да, что сегодня будет на дорогах. Сегодня день травматолога. Короче, надо быть аккуратным. Нам надо съездить в одно место с папой. Поэтому пришлось это все лицезреть. А так бы спали, проснулись, когда все подтаяло. Но... Кстати, всем огромнейшее спасибо за поздравление с Новым годом. Я под влогом, который вышел 31 декабря, специально никому лично ничего не ответил, но все прочитал. Честно, много было комментов, так неохота было в новогодние ночи. Строчите на следующий день. Поэтому от души спасибо большое. Души, тоже с наступившим Новым годом. Души душевно в душу. Да. Ну, всем привет, у нас новый день. Мы так привет, пока еще привет. Медленно снимаем и все никак не выпустим влог в новом году, потому что... Отдыхаем. Отдыхаем, все в разъездах, в гостях. То у нас гости, то мы в гостях, то мы в кафе. Сегодня мы дома. Короче, и что тут у нас готовится? Мы готовим пельмени, запеченные под сыром. Федору просто вареные. Уже от, этих, от новогодних изысков устали, хочется чего-то попроще. Уже от икры, да, подташнивает от черной. Вот тут вот икра уже черная. Вот, короче. Пельмени тоже в своем роде икра. Сейчас будем ужинать. Пацаны кайфуют, а сыр так тянется вообще. Не тянется конкретно, я сейчас накладывала. Давай, Сонечка, ты сейчас себе будешь накладывать, покажешь, как тянется сыр. Это сулугуни, он всегда так это... Ну, тут и сулугуни, и сливочный. Вау! Кайфозишь! Вот так вот. Короче, такие вкусняшки. Как, вкусно? Ну, приятно. Вы едите сыр? Да. Что за кино вы смотрите? А? Гномы, рождественский беспредел. Да, какой-то такой мрачноватый фильмец. Да, сейчас я вам покажу, что у нас есть. Смотрите, какая красота. Федору Сергеевичу подарили такой паровозик. Музыку включить? А потом ее озаэтывает YouTube. Тут же ж нормально играет. Короче, видите, так красиво вообще. Jingle Bells. Играет музыка. Ой, такой паровозик классный. Так, что такая тут у нас красота. Поставили сначала детям в комнате, а потом решили, что он должен всех нас радовать тут. А то малые, когда ложатся спать, чуть-чуть только включают, а потом уже засыпают. Приходится только ходить отключать. А тут все вместе будем отключать.